FrestDuck.ru представляет. Уважаемые любители вольной борьбы, соревнования завтрашнего дня начинаются на 11 часов утра. Dear spectators, the second day of the competition will begin at 11 o'clock a.m. tomorrow. Китал Джафарян. Я сейчас посмотрел анкетку, но не поверил. И пошел проконсультироваться у его тренера Григория Данько. Правда ли, что лучший результат его только второе место на чемпионате Украины? Он мне говорит, да, мы знаем, что это самое высокое достижение, суметь попасть на финальную встречу на таком серьезном турнире. Мы гордимся сейчас и ожидаем от Джафаряна успехов. Хорошо, хорошо, хорошо. Джафарян 91-го года рождения, из Харькова, 12 лет занимается борьбой у тренера Чинцова. Ахмед Чакаев в синем трико, на 4 года старше, 87-го года рождения, из Хасавюрта, спортивная школа имени Шамиля Умаханова, Кузина и Жоа Умарова. Лучший результат победитель. Внимание! Мы просим призеров 57 килограммов. Не спеши! Не надо, не надо! Победителя и призера подойти к наградному столику. И тренера победителя. Срочно подойдите, пожалуйста, к наградному столику. Надо расписаться за призовые. Не расслабляйся! Не расслабляйся! Гебеков, Джабурян, Жансапов и Истрапилов, а также тренер победителя. Страхнулся, встал, встал, встал. Страхнулся, страхнулся. Аккуратно. Магомед Гусейнов.
Встречай, встречай, встречай. Ахмед, еще раз. Чикаев Ахмед становится победителем нашего турнира с Яной.